ходил недолго в президентах Михаил Сергеевич Горбачев, но был на разных континентах любим при этом горячо. Простые люди всей планеты, я сам свидетелем тому, дарили мелкие предметы на день рождения ему. Он наихудшую систему из существующих систем разрушил, как тараном стену до основания, а затем на радость порешил потомкам построить мир, где все равны. Но тут придавлен был обломком той самой рухнувшей стены. А дальше баррикады, танки, героев жуткое число. 3 дня трясло нас в лихоманке, но, слава Богу, пронесло. А вскоре с гиканьем и плясом под троекратное «Ура!» смещен был лысый седовласым по наущению двора. Так и сошел со сцены Горби, так и покинул пьедестал. Предметом всенародной скорби его уход отнюдь не стал. И все ж сказать ему спасибо, хотя б подать ему пальто, вполне мы, думаю, могли бы. Да воспитание не то.